Это после крещения сегодня, 10 июля. Это чеха 8 фотографа. Это не все. Подавайте вот только хорошо, еще у меня там. Пустые кружки, наливайте компот. Тебе? Кому чай еще? Вот так, Максим. Раньше был крещение. А наш Максим сегодня. Нет, я не говорю. Варенье для меня не надо. Поближе от стенки возьми, чтобы тебя захватить. Компот, вот куда где-то на сцене, потом вниз. Давай я уберу. Налейте компот, пожалуйста. Все хорошо получилось. Благодарю. На память. Командует, а? Веселее. Кружка маленькая? А вы где кушаете? А вы садитесь. Ну, посмотрите на стенах, какое богатство. Да, я на стены. Это 12. Спасибо большое, очень вкусно. Мест Писания, Библии. По 5 параметрам это самые лучшие. Спасибо большое. Как называют, плакаты или как? Какого цвета, какими буквами, как цифры, я все разбирал тут недавно. Рим, это римское, римлян, послание Павла. 14 глава. О, отлично. Пойдет. Все, хорошо. Вот это все. Понятно, да? Ладно, а потом отправим, конечно. Смотри, какая семья у нас, батюшка. Фотографии ваши забрали. Сам было полно. Не могу никак найти. Да, не могу никак найти. Максим. Помоги. Давайте, бабушка, я помогу. Я поддержу, давайте. Я поддержу, давайте. Так, что еще кому надо? Максиму. Максим. Максим. Тебе надо. А вы найдете девочку? Сделать, что, уронил? Найдете? Нет? Ну вот бери вот это. Спасибо. Так, еще кому крестик надо? Арсений. Где Арсений? Арсений. Арсений, где? Арсений в кресле. Батюшка, присаживайтесь. Ну, меня дома включил, я зашел. Еще кому надо крестик? Не надо. Есть прямой стороны. Батюшка, вот крестик, нет. Еще кого?
Вот. Выбирай, Леван. Есть прогресс. О, вот я такой искал. Я сейчас идет, а надо спроси Наталью, где они были это время. Узнай хорошо. А? Купались? Ну, ладно. Ты до дома доедешь, не знаю, позвони. Но чем раньше, тем лучше свидетельство, чтобы не взять. Свидетельство сейчас после обеда, сразу нам свидетельство не будет. Так, идите, место свободно, со конца, садитесь. Мамка, ты где? Там. Так. Написано, верю или плохо? О, да, я тоже это... Так, идите, там место свободно, с правой стороны. Наташа. Вон там. Там гости у нас, корреспонденты обедают. Ой, вот место свободно, садитесь. Батюшка примеркнул на своем. Хотел бы, да. Да, проехал.